Ну, по игре, в принципе, первые два периода хорошо играли, потом пропустили два гола, они выиграли третий период. Нам сказали, что мы третий период тоже выиграли, но что-то где-то не получилось. А во втором периоде что? О чем говорили в раздевалке? Почему все-таки не было такого должного настроя на третий период, как было в двух стартовых игровых отрезках? Да нет, в принципе, было. Мы нам сразу, не знаю, как-то, ну, может, они тоже побежали, им тоже надо было отыгрываться, они начали давить, больше бросать. И все, как бы. А так первые два периода очень хорошо играли. Особенно удачно вот вторая 20-минутка получилась. А где там сумели прибавить? Все-таки три шайбы забросили. Ну, там Энвер хорошо попал, Уми тоже хорошо попал в большинстве. В принципе, Уми тоже, по-моему, в большинстве забил, я не помню. Энвер там девятку как дал, без шансов вратарю было. Ну, и забили свои голы, в принципе, моменты, и, считай, много играли в той зоне. Все хорошо получалось. Был какой-то разговор внутри команды вот перед матчем? Все-таки была серия неудачных поражений. Ну, конечно, вот уже всем надоело. Надо было одну игру выиграть, чтобы как-то себя взбодрить маленько. Больше уверенности появилось. Ну, вот сегодня что ж так получилось. И думаю, дальше так же будем продолжать. Довольно необычный календарь. Да, вот 4 игры дома сейчас, одна на выезде и потом вновь дома. Вот так. Как к этому относитесь? Насколько тяжело переносить вот эти вот постоянные переезды? Да, дома-то наоборот, что-то нам играть дома одно удовольствие. Сейчас, ну, в том году, да, там 4 на выезде, обычно было 4 дома. Сейчас в Челябинск вот съездим и обратно домой, да, по-моему. Ну, это нормально. Дома уже шикарно играть, при своих болельщиках.